Вызывает огоньки! Hey!
Иногда находит, люблю над ними, знаете, покумекать. О!
Что есть, Брок?
еще слева! Осторожней, брат! Это не врет! Ялфа! Осторожно! Эй, я куплю эти поэмы Классира. На меня иногда находит, люблю над ними, знаете, покумекать. Ну, что делаем? Пареньку, будьте начеку.
Ничего пройдет! Это были последние из Сейдер. Хорошо, может теперь упокоиться. Если есть еще, мы будем готовы.
кажется, в Анахейме не должно быть так влажно. Это последствия Фимблвинтера? Да, по большей части. В Мидгарде бесконечная холодная ночь, в Свартальфхейме землетрясение, в Альфхейме вспышки света. И только в Асгарде ничего не случилось. У Одина было время подготовиться. Хотя, если подумать, в Хельхейме и Муспельхейме тоже ничего не изменилось. Видимо, древние миры менее восприимчивы. А что в Йотунхейме, как думаешь? Откуда мне знать? Просто развиваю твое гипотетическое мышление. Не знаю. Да и какая разница, если там никого нет? Закончишь историю? С радостью. Говорят, Яри и Сомр поклялись в вечной дружбе на полях Йотунхейма. Что-что? Как они туда попали? Не знаю. Суть в том, что они прошли через множество походов, повидали места одно краше другого. Но оказалось, что более важна не конечная цель, а сам путь, проделанный вместе. А то, у чего нет названия? Это и был их дом. Яри и Сомр обрели его друг в друге. Я рад видеть, что колокольчик работает. Держи. Очень здоровенький. Твои олени дома. На шаг ближе к совершенству. Прекрасно! Дендрологическая катастрофа девяти мирам больше не грозит. Уж и не знаю, как вас благодарить. Может, хотя бы этим? Спесивец считает, будто избежал наказания, потому что вы исправили его ошибку. Конечно, он глубоко ошибается. Его ждут серьезные неприятности, как только я придумаю, как наказать кого-то с таким совершенно непробиваемым самомнением. Вы хотите обсудить что-то, кроме всего этого? Так ты всегда был неестественно огромной бессмертной белкой, или... Мою красоту забыл упомянуть. Нет, когда-то я был обычной белкой. Такого же размера, как эти мои призрачные двойники. Я был заурядным. Однажды я попался хищнику, и тот день должен был стать концом моей и так недолгой жизни, но я наткнулся на древо. А у древа были другие планы на такое незначительное существо, как я. Но я слишком долго о себе болтаю. Я оставлю вас, господин Кратос. Ну, берегите себя. Все, наболтались уже. Проваливай.
правда замечательная. Ты всегда была такой. Эй, скажите она лучше. О, вот и вы. Сегодня вы герой. Расскажите же мне все. Ну, когда вам будет удобно. Не я ведь теперь тут командую. Отдохни им. Пусть травы помогут. Они помогают. Они мне преотлично помогают. А ты можешь все исправить. Так было всегда. С самого нашего детства. Я вечно вляпаюсь в новую беду, а ты поможешь мне все исправить. Ну, с этим я не спорю. Знаете, в юности мы вместе стояли во главе Ванахейма. Нам было почти столько, сколько тебе. Ну, во главе стояла она, а я не давал всем скучать. Предводитель, честно сказать, из меня не очень. Вот как? Твой отряд в Ванахейме, кажется, в тебя верил. Но я могу вдохновлять других, так сказать. Помогать им поверить в себя, все такое. Не знаю, это ли делает предводитель. Я б скорее... Был музой? Постой, а был кем? Музой. Отец рассказывал. На его родине они вдохновляют людей на творчество. Что? Как славно. Это работа? О, почему у нас такого нет? А, вот это работенка по мне. Ну, кажется, они все богини. Да, ну, ладно. Так нечестно. Нечестно. Я же просто рожден для этого. А о чем был разговор? Ингви, отдыхай. Ты понял? Так нужно. Прошу, просто хватит болтать. Ладно, извини. Но кто-то из вас собирался нам рассказать, что там произошло с Хеймдалем. Я же правильно понял? Терпение. Спасибо. Хватит. Ну и ну. Ты правда смог? Как? Во имя девяти миров. Ты смог одолеть Хеймдаля. Я знал, что копье себя покажет. Ну, счастливого Рагнарёка всем! Выпьем. Это правда? Хеймдаль мертв? Не верится. Значит, теперь все. Один обещал хранить мир, если больше не прольется кровь асов. И я отказался. Но он держал слово. А теперь... И что? Уж нам ли с тобой не знать? Его слова мало чего стоят. У нас преимущество. Сейчас. Пора покончить с Одином. Нет. Вы не понимаете, что грядет. Одином будет двигать лишь жажда мести. Не только это. Маска. Знание, что за ней кроется. Именно они нужны Одину больше всего. Я пойду назад в Асгард. Назад? И... Пойдешь назад? Слушай, если я закончу то, что начал, пробужу маску, найду ответы. Может, это все решит. Но нужно спешить, пока они еще не поняли. Атрей, ты вернулся домой. Я не подвергну тебя риску снова. Он рискует и здесь, Кратос. Как и все мы. Все, что мы сейчас делаем, сопряжено с риском. Но Одину я нужен. Он мне верит. Меня не тронут.
точки зрения тактики. Я не прав? Хоть мне это и не нравится, но да, он прав. Если отвлечь Одина, мы выиграем время. И будем знать, что творится в стане врага. Но если этот источник знаний существует, он не должен достаться Одину. Да. И когда он получит то, что искал? Я стану ему не нужен. Я понимаю. Буду умнее. Отец, я справлюсь. Помни наш уговор. И ты. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже, Син. Так ты расскажешь, как ты его убил? Как мы его убили? Да, именно так. Тут есть о чем рассказать. Слушай, я не могу отпустить тебя без этого. Молотка? Дай мне свой ключ. Если тебя вдруг загонят в угол, брось его на землю и скажи: «Хверги!» Одноразовое. Хверги. Спасибо. Надеюсь, не пригодится. Я тоже. Так, Один сказал, что Хугин будет ждать в хижине. Мимир, что еще мне следует знать про Одина? Может, у него есть слабые места? Не знаю, если сдернуть с его глаза повязку, он развеется? Да уж, вот это было бы... Да, прости, Мимир, твою речь мне не повторить. На сей раз я один. Ну, вперед. Фен? Эй! Это твой волк? А! Хватит меня пугать! О, я вам помешала? Похоже, я вам помешала. Я пойду? Нет, прости. Это Фенрир. Все хорошо, Фен. Она... Так я была права насчет ножа. А? Рада, что нашлось место его душе. Я тоже. Эй, а как ты меня тут нашла? Локи? Это мой камень. И куда ты собираешься? Снова в Асгард. Эй, это я использую его. А?
Ангрбода, слушай. Если я не сдамся, то буду знать все. Как спасти отца, остановить Рагнарёк и, может, даже как вернуть наш народ. Локи, все это звучит очень благородно. Но это Один. Ты веришь в меня? Да? Конечно, верю. Просто надеюсь, ты пишешь для себя историю, которую сам хочешь. Можешь приглядеть за Феном, пока меня нет? Я о нем позабочусь. Да, мальчик. Будь осторожен, Локи. Ну ладно. Надо помочь Одину собрать маску. Но так, чтобы он не получил никаких ответов. Проще простого, да? Наверное, он в кабинете. Хороший станок. Чтобы улучшить. Если не имеет, то почему его здесь нет? Если кто-то не может защитить себя, потому что его тут нет, он виноват? Что за логика? Эй, простите, что перебиваю. Ничего ты не перебиваешь. Форсетти во всем разберется. Правда выйдет наружу. Очень надеюсь. Лучше уйди. Уходи. Да. Нет. Я сейчас не хочу говорить. Ладно, паника бесполезна. Обуздай ее. Хеймдаль мертв. Ты что-нибудь знаешь об этом? Хоть что-то? Ну, его все ненавидели. Да, да.
Но ты что-нибудь видел? Что-нибудь важное? Ну, понимаешь, он довольно сильно заехал труд на прогулке. Может, кто-то об этом узнал, отомстил, не знаю. Ты считаешь, мой сын имеет к этому отношение? Я не знаю. Правда. Не мог не спросить. Я, конечно, знал, что ты тут ни при чем. Рад, что ты здесь. Кстати, я понял, в чем была ошибка. Я не так перевел слово. Да что ты? Я думал, там за криком ледяного ветра, но на самом деле там крик первого ветра. Это же другое место. Совершенно я знаю, где это. Тебе снова это удалось. Иди, возьми маску, возьми меч, возьми птицу. Найди Тора. Ваш путь в Нифльхейм. И я скучал. Эй, Ингрид, ты случайно не знаешь, где Тор? Я так и думал.